Ну что, привет? Ждали прогноз или не ждали? Снова вещаю я, Абзал. Сегодня у нас 19 февраля, а завтра у нас 20 февраля, КХЛ и НХЛ игры есть. В НХЛе 4 игры, в КХЛе 8 игр. Ну что, приготовил я прогноз. Немножко по-другому, немножко по-новому. Все мы видим игры, что в НХЛ, что в КХЛ, чуть-чуть по-другому пошли. Сильные не могут играть, слабаки. Блин, слабаки, я не так сказал, не слабаки. Ну, давай скажем так, на их языке, аутсайдеры начали выигрывать фаворитов. Из-за этого и прогноз будет другой, как и игра. Ну что, вчера Амур Нефтехимик встречался у себя дома. Нефтехимик выиграл в овертайме со счетом 1-2. Ну давай я зачитаю прогноз на завтра. Амур Нефтехимик. Нефтехимик и Дюдана Тотал один больше. Йокерит дома встречается с Динамо Москва. Йокерит индивидуально тотал полтора больше. Салават Юлаев встречается с Кунлун Ред Стар. Здесь, конечно же, победа Салават Юлаева. Хоть так, смотри, Салават Юлаев все равно выиграет в основное время. Динамо Минск встречается с Трактором. Динамо Минск дома, они голы забивают, хоть защита плохо, но у них нападение хорошее. Из-за этого индивидуальный тотал Динамо Минск 2 больше. Торпедо Авангард. Ну, все мы знаем, Торпедо, да, хорошая команда играет, они хорошо. Но Авангард все равно, я думаю, победит. Победа в матче Авангард. Следующая у нас встреча. Акбарс дома встречается со Спартаком. Ну да, Спартак тоже хорошо играет, но у них сейчас непонятные качели. Акбарс тоже немножко сбавил свою игру, но Акбарс индивидуальный тотал 2 больше. Локомотив встречается с питерским СКА. Локомотив дома. Локомотив играет стабильно, хорошо, СКА тоже играет хорошо, но здесь исходы такие нормальные были. Я выбрал более-менее таким, чтобы подходило с коэффициентом. Из-за этого Локомотив индивидуальный тотал 2 больше. ЦСКА, Динамо, Рига. Ну, ЦСКА что-то пошел вниз. Вниз. Ну, а как дно начал показывать. Из-за этого Динамо, Рига, индивидуальный тотал 1 больше. Там коэффициент в районе 1,37, что ли. Ну, в общем, получился коэффициент 14. Коэффициент 14 – это хороший коэффициент. Ну, событий, конечно, много. 8 событий. Здесь вам надо будет событий поменьше сделать, коэффициента поменьше сделать, но все же по-своему собрать кто, кого, чего и поставить. Опять же, поставить дело ваше, ставить, не ставить, я вас не заставляю, я вас не прошу, просто я вам подсказываю. Конечно, у вас свои тоже есть мысли, а я свои мысли вам подсказываю, более-менее такой проходящий. Но все же больше проходит у нас. Это все был прогноз на КХЛ на 20-е, на завтра. Я еще скрины оставлю сзади видео. А теперь на завтра НХЛ. НХЛ 4 игры. Если переноса не будет какого-нибудь, если переноса не будет, то будет 4 встречи. Детройт дома встречается с Флоридой. Детройт, да, начал хорошо играть. Не спорю, играют они хорошо. Играли раньше плохо, сейчас заиграли хорошо. Но Флорида, победа в матче. Следующая встреча. Каролина, Чикаго, Блэкхокс. Здесь я тоже смотрел, думал, Каролина, да, фаворит. Да, ну Чикаго индивидуальный тотал 2 больше. Следующий Калгари, Эдмонтон. Да, Калгари играет хорошо, забивает.
Эдмонтон тоже хорошо играет, но мне больше всего почему-то думаю Эдмонтон индивидуальный тотал 2.5 больше. Ну вот так вот мое мнение чисто. Ванкувер и Виннипег, две одинаковые команды, оба забивные канадские команды, играют быстро, хорошо, могут в первом периоде забить по 2-3 гола, кстати, тоже нормальный исход, но я все-таки выбрал победу в матче Ванкувер. И общий коэффициент получился в НХЛ в районе 8 коэффициент. Опять же, можете сделать двойнички, тройнички, по одному одинарные ставить. Ну, на КХЛ и НХЛ я в WhatsApp в группе оставлю конкретные двойнички и тройнички, которые вот проходят 120%, где-то так. Купона тоже самое, все оставлю в WhatsApp, в группе, заходите, еще добавляйтесь, я группу тоже, вот в этой группе, WhatsApp в этой группе, короче, еще просите, пишите, добавляйтесь, добавлю тоже ВКонтакте, то же самое, вот в этом ссылке будет у меня группа, там тоже я выставляю свои прогнозы. Все прогнозы бесплатные, я за это деньги не прошу. Лишь бы мне, чтобы вы выигрывали, чтобы вы жили в достатке, чтобы у вас были деньги всегда. Ну ладно, что я могу сказать. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. И я вам всем желаю удачи, всем выигрыша, всем пока. Удачи.